Народ, всем привет! Вы на канале «Никто, кроме нас». И это очередной ролик у нас АЗС на ревизора. А сегодня мы едем мостовик. Забыл микрофон. Сейчас машина проедет. Это, наверное, слишком шумно будет. Едем мостовик на АЗС. NBS называется. Это автозаправка. Вот, проверим там 92-95 бензин. Вот. Поэтому что, мы в принципе почти доехали, находимся уже в мостовике. Пишите в комментарии, куда мне еще съездить. А еще есть у меня пару мест, куда съездить, да, люди писали. Сейчас съездим в мостовик, следующий видос уже выйдет там в другом месте. Вот. Обязательно меня поддерживайте, ставьте мне лайки и пишите в комментарии. Всем спасибо, а мы погнали дальше. Так, ребята, приближаемся мы к перекрестку. Вот мостовик налево, поворот, направо Васильковая. Или Васильевская, Васильевская, по-моему. Вот. И у нас налево и на горе, вот здесь у нас метров через 100, наверное, будет уже та заправка, на которую мы едем. Вот сейчас гора, и после горы будет у нас заправка. Налево, с левой стороны. Как она по услуге? Так, вот она. Поднялись мы в горку. Вот она заправка. Мостовик прямо, Ходьково налево, Дмитров направо. И HPS называется. NBS называется. У нас получается 95-й 45, 92-й 41. Вот она, эта заправка. Сейчас мы пойдем вовнутрь, будем заправляться. Приветствую. Мне в канистры 92-й 5 литров, 95-й 5 литров в канистры. А цвет 95-й в черный. Здрасте. Дайте, какая там, вторая, да, кого? Четвертая. 92-го 5 литров, 95-го 5 литров. По карте не надо. Давайте по карте. Так, ребят, заливаем 92-й, 95-й в канистры. Сейчас зальем, я вам... Так, ребята... Залили мы 92-й и 95-й бензин на этой заправке, поэтому сейчас мы едем измерять октановое число, погнали. Ребята, адрес этой заправки — Московская область, Сергиев-Посадский район, СП Васильковская, 6-й километр, автодороги Ходьково, Дмитров. Поэтому сейчас проверим эту заправочку. Может там заправляться вообще на таких заправках или нет. Все, мы едем. Приехали мы с этой заправки. Заправились 92-й, 95-й бензин. Ну что, будем проверять, можно ли на той заправке заправляться или нет. Берем канистры. Наша колбочка, как обычно, уже здесь. Стакан наш знаменитый. И что? И проверяем октановое число. Надо стакан какой-нибудь заказать. Ребят, кто умеет сделать стакан, чтобы было написано АЗС на ревизора? Погнали. Берем наш аппарат измерительный. Берем 92-й бензин. Наливаем. Фу.
Запах какой-то тоже непонятный, ребят. Ну, не бензинный запах, если честно. Жаль, что в камеру его не передать, этот запах. Но не бензинный, прямо противный какой-то. Че, включаем и измеряем. Окунаем. Девяносто третий. Девяносто третий. Гардероб делаем. Пять градусов. 92,5. Ну, запах какой-то невкусный, а так вроде ничего. 92,5, ребят. Ну, что я вам могу сказать? В принципе, хорошее топливо по октановому числу, да, показывает. Как в 92-м можно заправляться. Ну, запах какой-то неприятный, если честно. Прямо, ой, я даже не знаю, какими примесями воняет, какими, непонятно. Ну, все, что, сейчас перельем обратно сюда. В принципе... Такой бензин себе в автомобиль можно залить. Поэтому давайте стаканчик тоже протрем. Так, берем 95-й бензин. Посмотрим, что у нас там с 95-м. Как он себя ощущает. Слушайте, ну, 95-го, по-моему, запах даже получше. Скоро, наверное, по запаху буду определять топливо. Включаем аппарат. Окунаем. Девяносто третий. Девяносто три. Четыре градуса. 93,4. Ну, я думаю, смысла нет проверять. Лют из одной бочки. 93,4. Я думаю, и дальше нет смысла проверять. Вот. 95-го бензина там нет. То, что они берут за него почти 45-46 рублей за литр, это вранье. И нас обманывают. Поэтому, ребят, 92-й и 95-й можно там заправляться. Но 95-го там нет. Это вы просто переплачиваете. 92-й показал октановое число хорошее. Ну, в принципе, я так понимаю, заливать его тоже можно, 95-й, но не переплачивать. По той же цене, как 92-й надо заливать. Потому что это все льют из одной бочки. 92-й показал у нас 93,5. Правильно же, да? 93,5 показал 92-й. И 95-й у нас показал 93,4. Поэтому на той заправке 95-го бензина нету. Поэтому решайте уже сами, заправляться вам или нет, переплачивать или нет. Заливаем это топливо к себе в автомобиль и ждем итоги. Ну что, окончание, итог по этой заправке. Что я вам могу сказать? В принципе, 95-го бензина там нету. А то, что вы переплачиваете там 45 рублей, да, там 90,
91 стоит, по-моему, 40, ой, 92 стоит 41 рубль там с чем-то, а 95 44 или 45, ну почти 45 рублей. Поэтому я не думаю, что есть смысл переплачивать за 95, потому что они льют все с одной бочки. Поэтому заправляйтесь там 92, не надо переплачивать. Вот. Вот. Поэтому такой вот ролик. Ждите новых видосов. Всем спасибо за просмотр. Пишите мне в комментарии. Обязательно ставьте лайки. Поддержите мой канал и подпиской. И на колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить самое интересное. А мы заканчиваем этот ролик. Всем спасибо, ребят. Всем пока.